Ознакомить с изменениями законодательства в сфере ЖКХ, научить правильно проводить собрания собственников жилья и заполнять все документы. В Самаре прошел первый семинар-тренинг со старшими по домам. 18 февраля текущего года Дмитрий Игоревич провел очень большое совещание со всеми председателями Совета МКД Самарской области. Было более 100 точек подключения, участвовало почти 10 тысяч представителей Советов МКД. Это такая большая группа людей, заинтересованная в благоустройстве собственных домов. Поэтому по результату этой встречи Дмитрий Игоревич дал ряд поручений, очень таких судьбоносных, я считаю, для жилищно-коммунального хозяйства. В частности, основной посыл был проведение непосредственно семинар-тренингов с советами МКД. Первый семинар-тренинг собрал порядка 30 управдомов Кировского района. Консультируют их сотрудники районной администрации, ГЖИ, областного департамента ценового и тарифного регулирования, фонда капремонта, регоператора по обращению с ТКО, а также представители управляющих компаний ТСЖ, ТСН и ЖСК. Действительно, очень много вопросов возникает, которые и жители, и старшие по домам задают в адрес администрации. Когда общение напрямую идет и присутствуют практически все представители, я думаю, эффект от этого будет гораздо больше. Кроме знаний, участники семинара получили рабочие тетради председателей МКД, модельный договор, протокол внеочередного общего собрания собственников и форму отчета о выполнении договора управления. В нашей жизни семинары очень нужны, потому что время идет вперед, у людей очень появляется много вопросов. Особенно и к нам, и мы должны также быть умны. Встречи с губернатором очень прекрасно нам помогали, встречи с нашей главой Кировского района помогали. Еще плюс здесь привлечение всех административных органов нашего города, где необходимо получить ту грамотную информацию, чтобы нам построить свою работу с жильцами. Обучающие семинары для старших по домам пройдут в каждом районе города. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.